пятый финальный матч чемпионата Российской хоккейной суперлиги сезона 2007-2008. Матч, в котором решается все. Кто станет командой номер один в России? Уфимский Салават Юлаев или Ярославский Локомотив? Сергей Михалев очень активно себя ведет на скамейке своей команды. Каждому игроку подошел, сказал какие-то теплые слова, постарался приободрить, и вот стартовое вбрасывание. Кстати, был в нынешнем сезоне очень интересный момент в одном из матчей с участием Буланова. Об этом чуть позже, пока бросает Андрей Кутейкин из средней зоны. Отражает шайбу Семен Варламов. Подхватывает ее Владимир Антипов. Бросок на месте. Страж ворот Локомотива. Остается шайба в зоне. Хорошо ходит она. И красный свет зажигается за спиной Семена Варламова. Константин Кольцов за 22 секунды до выхода на лед пятого игрока у Локомотива открывает счет в этом матче. 2 минуты 29 секунд сыграно в стартовом периоде пятого финального матча. Не особо получается игра у Локомотива. Вот что здесь возможно будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Александр Еременко упускает шайбу за линию ворот. Московскому Динамо дорогу в финал. И один раз, как раз, по-моему, Ярославлю. Да-да, мы играли тогда с Ярославлем. В 97-м году, да, в бронзовом для юлаевцев году. Антипин забивает! Молодцы! Ну что? Что творится на трибунах? Молодцы, ребятки, молодцы! Ничто не предвещало! Вроде такая спокойная игра была. И посмотрите, как здорово вышел Антипин на голевую позицию. И, по-моему, Микевский ассистировал ему. Сейчас мы узнаем. Ну, по-моему, равнодушных здесь на трибунах и на льду нет никого абсолютно. Березогин. Александр Березогин. 3-1. Молодчики, молодчики, ребята. Вы знаете, у меня мурашки пошли по спине. Это что-то не, это непередаваемое чувство. Находиться на арене, стать свидетелем такого действия, это просто фантастика. Молодцы, ребятки, молодцы. Еще чуть-чуть, еще немножко осталось. Меньше 4 минут. Но... Абсолютно точно победа, потому что при счете 4-1 за 3 минуты 45 секунд Локомотив выбросит белый флаг. Он вынужден это сделать. Алексей Медведев. Салават чемпион. Как долго ждали мы этих слов с вами? 45 секунд. Что? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы сделали это, дорогие друзья. Молодцы, ребятки, умнички. Посмотрите, что творится на трибунах. Летят тутки, каскетки. Сбылись мечты всех, кто болел за Салават Юлаев. Вот он, замечательный красавец кубок, который совсем скоро, уже через несколько минут, вручит нашей команде президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Качают Сергея Михайловича Михалева. Два игрока
капитан уфимцев Владимир Антипов и Олег Твердовский поднимают чемпионский кубок над головой. Мы чемпионы, дорогие друзья! Не устаем повторять эту фразу. Салават Юлаев – лучшая команда в России. Ну что, и круг почета с кубком. Неспокойной вам ночи, дорогие друзья уфимцы. Не обессудьте, если что, но сегодня заслуживаем мы того, чтобы отпраздновать этот успех. И еще раз, Салават Юлаев – чемпион!